Информационно-аналитическая программа Prime Time по-прежнему в эфире. Мы работаем в прямом эфире, хотелось бы напомнить. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Розничная торговля рекордно выросла в Казахстане по итогам прошлого года. Общая стоимость товаров, проданных в розницу, превысила 19 триллионов тенге. А вот объем товарных запасов торговых предприятий на начало месяца составил больше 1,5 миллиардов тенге. С подробностями наш экономический обозреватель Анель Еделькозы. Уже она в студии. Как раз таки Анель нам сейчас и расскажет. Анель, добрый вечер. С чем же связана такая колоссальная рекордная активность именно в розничной торговле? Что говорят эксперты? Добрый вечер, Илья. Да, я обязательно об этом расскажу чуть позже. Показатели в прошлом году увеличился на почти на 8% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики. При этом аналитики говорят, нынешние темпы самые высокие за последние 9 лет. Подробности в обзоре. Наибольший рост объема реализации в прошлом году пришелся на непродовольственные товары. В частности, увеличился спрос на моторное топливо, автодетали, фармацевтические и косметические товары, обувь, мебель и другое. В разрезе регионов по объемам розничной торговли лидирует Алматы больше 30%, столица около 13%, Карагандинская область почти 8% и Восточно-Казахстанская чуть больше 6%. Население растет, да? Поэтому это увеличивает спрос. Это с одной стороны. С другой стороны, также мощный фактор – это такой российский спрос. То есть, вы знаете, у нас соседи, они под санкциями. И, соответственно, это множество ограничений. Часть товаров вообще не поставляется. Соответственно, они закупаются через нас. То есть, если там крупные компании, они там вагонами таскают это все, то там часть малого бизнеса в приграничных регионах, они уже там на автомобилях, ну, грузовых автомобилях, но это вот как бы проходит по статье у нас розничная торговля. И вот это тоже фактор. Ну и третий фактор, это, конечно, инфляция. При высокой инфляции там граждане начинают как бы закупать впрок, да. Крупные торговые сети остаются драйвером роста розницы. Их доходы в прошлом году составили почти 13 триллионов тенге. Показатель увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Доля ИП в общих объемах розничной торговли снизилась больше чем на 30%, составив чуть больше 6 триллионов тенге. Почти 9 из 10 тенге в обороте по платежным картам пришлись на безналичные платежи. Общий объем оплат по итогам 11 месяцев прошлого года достиг рекордных 128 триллионов тенге. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2022. Такие данные приводит ранкинг ИЗ. Количество активных платежных карточек в стране составило 38,5 миллионов единиц. Между тем, в Комитете по защите прав потребителей рассказали, кто из предпринимателей обязан принимать онлайн-платежи. В опубликованном на сайте ведомства перечне оптовая и розничная торговля, предоставление услуг гостиницами, ресторанами, сетью общепита, продажа билетов, деятельность в области туризма, здравоохранения, образования, фитнес-клубов, а также оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами, ремонт и техобслуживание. За отказ в приеме платежей с использованием платежных карточек предусмотрено административное наказание – штраф до 100 МРП. При этом требования не распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, сельхозпродукции, продукции аквакультуры, собственного производства. Вот, Илья, таков обзор на сегодня. Это замечательно, Анель. То, что вы говорите, действительно, лишний раз подчеркивает о том, что покупательская активность у нас растет, а вместе за ней, значит, должна и расти производственная часть, да, о чем мы регулярно поднимаем эту тему в нашей программе. Это была Анель Еделькозы, ну а мы продолжаем.